Здравствуйте. Уважаемые руководители транспортных предприятий города Харькова, а также Киева и Одессы. Да, я думаю, такая проблема есть у нас и по всей Украине. Руководство данных предприятий, забирая гуманитарную помощь, которая поступает на предприятие, ее либо перепродает по магазинам, либо по своим родственникам и по своим семьям. Ребята, это мародерство. Мы живем сейчас в военное время, и помогать друг другу – это наша обязанность. Что могу сказать по харьковчанам? Люди под бомбежками разбирают город от завалов. Вы их просите об этом, наши работники выходят. И они это делают, рискуя своим жизнью и своим здоровьем. И не получают должной помощи. Поэтому, пожалуйста, обращаюсь к Игорю Терехову, обращаюсь к Виталию Кличко и обращаюсь к Игорю Труханову. Пожалуйста, разберитесь с этим вопросом. Наведите порядок с транспортными предприятиями города Харькова, Одессы и Киева. И другие города тоже подключаемся. Поперепроверяйте, на что тратится гуманитарная помощь, выделенная нашему государству. Пожалуйста, давайте вместе заботиться о ваших работниках. Ну да, и про все факты, которые будут там где-то вами увидены, да, и можете писать лично Кате в группу, либо мне звонить, то есть сообщайте. Анонимность мы гарантируем. Вот, понятно, чтобы не подставлять там человека. Ну, такие факты, пожалуйста, надо освещать, потому что это очень, это преступление к своему народу, если вот, вот так вот гуманитарная помощь приходит, она не доходит до людей. Вот, неоднократно поступали жалобы с Одессы, когда гуманитарная помощь оказывалась на привозе. Так что, ребята... В Харькове то же самое. Да. Так что давайте этот вопрос поднимаем, пишите, мы ждем ваших сообщений, ваших звонков. Вот, и будем с этим вопросом разбираться. Все, всем спасибо за внимание.